31. Мать. Опять ты мисхэт. Опять одно хп. Что-то одно хп стало сейчас опрокать. Так, ВТ-3Е. ВВ-0. Инхипе. Пойдем по шаха была этот Тэмис. А, не, она походу была не на старте, она была просто где-то рано. Я с ней играл. Ну и ладно. Умка и башка. Так, скорость 0.95, дамаг 4.46. Терза 3.35. Стоит высокие. Скорость маленько низкая. А, рейндж 5.05. Увидел, в чем прикол. В чем прикол увидел? Прикол в том, что у меня вообще нет да. А, ну хотя дальность я могу тут же пофиксить, ладно. Такая дальность пофикшена. Ладно. За куда идти безопаснее. Длинная рума в теории очень смертеподобна. Молодец. Нихуя себе упало. Что-то в ногу упало. Пол хп. А, это из-за тринкета этого странного. Из-за тринкета. Получится, наверное, из-за этого. Там проверю. Это лучше, чем, наверное, эта хрень. Ну-ка. Пока живем. Почему я карту вижу? А, потому что я карту купил. Это многое объясняет. Паук. Паук в жопе, осторожно. Сильная муха на полу бесполезная. Только при уроде прокает и летает быстро. Охереть комнаты. Ахуй, идите нахуй. Блять, как сюда выйти теперь? Ладно, проще пройти уже на эту комнату. И благостоты хорошие. Typical seller experience. Ну а что, я думал, там их больше будет. Тут не так много было пауков на самом деле. Ну, старт хороший. Старт нормальный.
Купимся. Попотыкались. Ну не, с кубиком я не пойду в руму, наверное. Нет смысла пока. Эту карту стоит оставить, наверное, пока. Зеркало. Террасу. Реально я могу что-то купить хорошее, заодно красное, но это может не сработать. Тринкет нынче гарантию не дает с делок дешевых. Да, я это место ценю. Люблю голову тайме. Карты и так найдутся. Сработало. Окей. В принципе, я тут уже давай, наверное, сразу активируем. Ну ладно, тренька хорошо отработала. Дальше. Плевать. Тут больше ничего не надо. Когда стрик будет на ютубе, через несколько дней. Правда, правда, тебе нужно было голову выкинуть. Теперь мне Тэмисхэд-то не нужен. Ну ладно. Ладно, другую активку найдем, пофиг. Страшно. Нет, не надо. Капец, DPS. А, жаль, я не буду ластом в этой руме. Сожру. Эх, небо трип лошадиный. Отлично. А! Хотя шлюпку потеряем с другой стороны. Это было явно плюсовее. С другой стороны, все ночью, наверное, сделки будут. Кто не мог пожалеть. Клир. Окей. Там был костер. И заберем штуки. Полезные штуки. Здесь.
А где? Здесь. Вот это очень интересная комба. Вот это очень интересная комба. Ты из тринкетов. Это набор. Вот это наборчик. Вот это уже интересный наборчик получается. Ры ни хера не сидит. Ну ладно. Там был мистер Ми, да, кстати, но я думаю, я деньги не найду на мистер Ми. Или найду? Горшки тоже ведь, скорее всего, не сидит. Ёпта. Давайте вы сгорите, нахуй. Перс была пустая, да? Кома, да. Перс была пустая. Может быть, нож работает. Может быть. Я на горшки бахну. Ничего. Пустота. Ладно, плевать. Летели. Время отыграем. Немного более быстрый забег будет. Тирает нам уж. Этот тирает огромный. Мне надо еще больше тирзы на нож. Уже неудобно. А, окей, у них я бы дамажит. Ладно. Не совсем. Ты мне сказать пока бесполезен. Так, у меня ровно две бомбы. Маловато. Польза. Не бесполезный бомж. Сыграл и выиграл. Да ёпта. Самый неудобный румяный нож. Пофиг. Это второй, да, шприц? А сделки не было, да? Это грустно. Это грустно. А хотя не, ее там как бы не должно было быть. Побеем. Все нормально. Все норм. Рано. Тут по ее должна быть сделка. Если игра не трахнет.
костям. Блять. Ладно, скоро пофикшу. Шлюпкам. Дай пройду. Опа. Меченые. Какой-то век я увидел. Супер меченые. Ну, блять, конечно, просто камушек. Лучше бы 3 хп дал синий, блин. Этот камень не особо уже нужен. Ладно. О. Другая активка. Так. Мутики. Пилка. Как же он берет блайнда с ножом? Как же ему похуй? Ну ладно. Пока реально будет похуй. То может пойти не так. Дорогая тама. Думаю, не стоит того. Слишком дорого. С. Девас. Упс. Не туда нажал. Так. Здесь. Полароид возьму, с ножом явно полароид прикольный будет здесь. Надежнее. Нахуй эту комнату. И кто ее придумал, тоже пусть нахуй идет. Блин, эту хуйню разгадывать. Пока. Why not? Это тоже динамин. Есть. Мне надо брать. Вроде я успеваю на босс-раш. Да нет, урон, давай глянем. Люди были хорошие, это урон в основном. А вторая часть конжойнта? Даже если будет конжойнт, уже плевать буду. Ничего особо не поменяется.
Отдай. Бля. Не убивашка. Полрот беру. А, тоже хрень. Еще интересно. Кто разогнался? Не знаю, забег приятный. Хочется разогнаться. Так и знал, что телепорт хуйня будет. А, окей, будет мапинг на корпус 2. Отлично. Ух, далеко. Куда ты? Почему прыгать в другую сторону? Просто не так. Почему даже не ко мне прыгает? Да, ёпта. А, маппинг. Я, кстати, был маппинг, но ладно. Может, этаж был бы непонятный. Но по итогу у меня вообще нет маппинга никакого. Как всегда, разогнался мистер спидранер. Иди нахуй. Спидранами. О, дай. Я думаю, я угадал. Это будет здесь уже. Чё? У меня ключа нет. Пофиг. Ещё пофиг. Блять, как ты выжил? А хотя вниз. А, вниз, окей. Все еще нормально. Ворует имба. Или нет? Долго умирает. Умирай уже. What the fuck? Хоть долго. Пока. Okay. 31.